Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРЗ в регионе сегодня прокомментировали и врачи детских больниц. По словам специалистов, вирусные инфекции зафиксированы менее чем у 4000 детей, проживающих в краевом центре. Стационарное лечение в настоящее время проходят 9 ребятишек, пятерым поставлен диагноз грипп. Все они получают необходимое лечение. За 4 недели января из больниц города выписали 102 ребенка. Только у 4 был подтвержден грипп. Все полностью выздоровели. Анализ для выявления любого штамма гриппа врачи проводят только у пациентов с тяжелым течением болезни. Поэтому медики просят родителей не устраивать ажиотаж и без острой необходимости не вызывать скорую помощь. При незначительном повышении температуры у ребенка лучше посетить участкового педиатра в поликлинике. Кроме того, специалисты опровергли информацию о том, что докторам якобы запретили ставить диагноз грипп. Мы, как медицинские работники, мы вот самые первые люди, которые не заинтересованы что-то скрывать и занижать. Иначе мы можем попасть в такую ситуацию, что не зная реального положения дел, можно завтра, например, поиметь большое количество реанимационных пациентов. Количество детей, оно точно такое же поступает, как в прошлый, позапрошлый год. Вот, например, у меня есть цифры за 9 и за 10 год. Вот тогда это было вот в структуре гриппа, да, это было, допустим, там по 600-700 детей, которые поступали именно с диагнозом грипп. На сегодняшний момент, вот по годам прямо, в прошлом году это было 68 детей, позапрошлом году это было 69 детей, то есть в 10 раз это было меньше. И в этом году ситуация примерно такая же.